Вот, смотрите, девочки, совершенно простая блузка. Она сделана в один цвет брючка, чтобы создавался наш любимый вытянутый прямоугольник. И все эти особенности в этой блузочке – это подплечники. Маши любимые подплечники. Немножко расширенный рукавчик, немножко расширенная вот так вот кофточка вот эта моя, да? И посмотрите, меня ничего не обтягивает. Ничего не обтягивает, и поэтому я выгляжу, ну, не такой полненькой, чем если бы я вот так вот вся обтянулась, да? И что я вам хочу сказать вот на таком примере? Вам достаточно в любой своей одежде оформить плечевой пояс, вот здесь простой вточной рукав, да? Сделать выточки, здесь простые обычные выточки. Небольшое раскрешение по боковым швам, по груди прибавка обычная, 4 сантиметра, да, а по бедрам прибавка достаточно большая. Вот я думаю, что здесь сантиметров 7 у меня есть, 6 сантиметров, да, прибавка. Вам не обязательно такую делать, кто полненький. Достаточно 3 сантиметра сделать прибавку, чтобы вас не обтягивало. Главное, заботьтесь о том, чтобы ваши одежды не застревали на каких-то выступающих частях тела. И тогда вы будете казаться немножечко поуже. Вот, собственно говоря, хотела показать вам еще одну вот такую сегодня историю.